вода была, чисто было, рыба была. Таким остался в памяти Хамита Урманчеева пруд в деревне Ислякино. На водоеме пенсионер не был 2 дня, не ожидал, что за это время плотина превратится в пустыню. Народ купается допоздна. Сейчас сложно даже представить, что когда-то этот пруд был излюбленным местом отдыха сельчан. Здесь рыбачили рыбаки, купались дети. Сегодня напоминают о водоеме лишь илистое дно и останки рыб. Этот пруд был единственным водоемом в деревне, ближайшая река в 10 километрах отсюда. Мы раньше купались наверху там, а сейчас негде. Но экологи говорят, купальный сезон в Ислякино будет в период паводка. Водоем мог затопить соседнюю деревню. Перекрыть воду спасатели не смогли. Задвижки на трубе было 70 лет. За это время устройство износилось. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам, разрушить конструкцию. И вода ушла, соответственно, с ней вся рыба. Задвижка на ремонте, как установят, то есть обратно. И как бы уровень обратно поднимется. Ущерб незначительный. Но тут мог ущерб быть еще больше, если бы этот доник не убрали и затопило бы людей. Спасти людей удалось, но большинство водных обитателей погибли. По программе капремонта полностью плотину отремонтируют лишь к 2021 году. Капитальный ремонт плотины запланирован на 2021 год. Во время капитального ремонта будут ремонтироваться вся запорная арматура, также спускные шлюзы. Задвижку же на трубе планируют восстановить в ближайшее время, и тогда живописный водоем заживет новой жизнью, но уже без рыб. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Чистопольский район.